Здравствуйте, уважаемые зрители. Хочется выразить благодарность всем, кто пришел поддержать сироту на суде. А теперь по теме. Суд по мере пресечения Андрею Щидило не состоялся ввиду недоставки его на заседание. Вместо назначенного времени начало откладывалось до 13:40. Подследственного в зале не было. Татьяна Викторовна, судья, искренне недоумевала от того, что запрос о доставке арестанта Щидило пришел с лукьяновского СИЗО с ответом, что таких у них не значится. Тут вступил второй адвокат и солидно доложил, что тот содержится на ремонтной в изоляторе. Стало полностью ясна ситуация с правами человека, когда по сфабрикованному делу блогер объявил голодовку и всадил такие кипиш, негодуя, что его замели зря. Таким образом, суд перенесли на 7 августа, на 15:30, и тем самым взяли на себя персональную ответственность за заведомо незаконное задержание гражданина без достаточных доказательств его вины перед обществом. Каждый день нахождения Андрея в неволе в пыточных условиях учитывается для исков в международные суды и организации, для материалов в зарубежной прессе. Общественный запрос на немедленное освобождение Андрея Щидило, как заметного представителя контркультурной части украинского общества, весьма велик. Следите за событиями на официальных ресурсах. До скорой встречи!